Дмитрий Александрович, рад вас видеть, слышать. Спасибо за феноменальную открытость. Дмитрий Александрович, что сегодня происходит в Кабуле? Как я понимаю, не без некоторых усилий со стороны ряда стран удалось убедить не проводить инаугурации нового правительства Талибана именно сегодня, 11 сентября. Вы знаете, мы еще неделю назад знали, что никакой инаугурации не будет. И когда в СМИ появились вот эти сообщения, мы позвонили талибам и спросили, а что все-таки будет, они сказали нет. То есть они проявляют такт. Хотя очевидно, их отношение к тому, что случилось 11 сентября 2001 года, отличается от отношения американцев. Насколько я понимаю, и эти сигналы нам давали талибы, потому что первоначально у них были планы проведения инаугурации, ну, в самом общем таком плане, им не до фанфар. Слишком много работы, слишком много авгиевых конюшень надо расчищать. И, в общем, они исходят из... Здесь, мне кажется, даже не столько 11 сентября, внутренняя ситуация. То, что Запад перекрыл, то, что Запад заморозил финансовые активы Афганистана, а при правительстве Гани три четверти бюджета формировалось за счет западной помощи. Вот, соответственно, значит, делим на это и получаем, что жизненный уровень должен упасть в 4 раза. Талибы сейчас просят врачей выйти на работу, и, насколько мы слышали от самих этих врачей афганских, они им гарантируют в пересчете на наши деньги 3000 рублей в месяц зарплату. Ситуация тяжелая. Талибы пытаются... Они готовы брать и медработников женщин, потому что у них же было заявление, что женщина должна сидеть дома и воспитывать детей, нечего по улицам шляться. Насчет конкретно медработников не знаю, но я готов какие-то планы талибов, потому что не могу в их голову лезть. Я, как и каждый раз, вот, когда мы с вами встречаемся, я готов только комментировать то, что мы знаем. Да, я понимаю, но просто вы все видите и чувствуете, вы на месте. То, что мы проверили сами, то, что нам говорят простые афганцы. Вот что они говорят, что в Кабуле, значит, талибы очень жесткой рукой, они действуют жестко, талибы жесткой рукой побороли коррупцию. И с рыночков, с базарчиков, с вот этих вот дуканов, дуканы – это такие маленькие магазинчики, такие в полусредневековом стиле, восточные, вот, значит, перестали поборы, значит, взиматься чиновниками. Это примерно в день 500 тысяч долларов. Вот это мы знаем. Мы знаем, что таможенный пункт на границе с Пакистаном стал в день приносить налогов на 700 тысяч долларов больше, чем было до. То есть вот эти меры предпринимаются. Но опять же, то, что сейчас талибские власти могут врачам обеспечить только зарплату 3000 рублей в месяц, и вот это главный индикатор того экономического положения, Внутренние авиаперевозки уже налажены. Ну, налаживаются, да. Они, конечно, не в тех объемах, что были, но налаживаются. А кто они, эти талибы? Потому что, ну вот мы видим, что 4 человека из Гуантанамо, обмененных по очень странной, это американской истории, потом тот, на кого они меняли, пытались на 14 лет тюрьмы посадить. Но при этом министр внутренних дел получает впрямую угрозу от Соединенных Штатов, заявляется, что он является законной целью. То есть, де-факто, ему выписан смертный приговор. То есть, как-то странно, одной рукой американцы их усаживали за стол переговоров, и, по большому счету, от них требовали только одно – откажитесь от Аль-Каиды, абсолютно сдав правительство Гани. Он же не случайно бежал. А с другой стороны говорят, не, смотрите, у вас тут одни террористы. Ответ – да. По американским критериям одни террористы. Но вы же с нами сидели за столом переговоров? На вопрос, кто такие нынешние талибы, пока, наверное, ответить преждевременно. Нужно смотреть. Да, они действительно сформировали правительство. В этом правительстве есть один узбек, вице-премьер, один таджик, начальник генерального штаба. При этом это все талибы.
судить надо будет по делам. Поэтому сейчас очень, вы знаете, очень мозаичная картина вообще, очень мозаичная картина в городе, в стране. Кто-то нам рассказал, что там вывешены портреты первого лидера движения Муллы Омара и первого лидера сети Хакани, значит, Джалалуддина. Кто-то говорит, что идет зажим прав женщин, есть демонстрации женские, значит, по этому поводу. При этом есть и антидемонстрации, есть демонстрации женщин за шариат, за исламизацию, то есть в западном понятии демонстрации женщин в поддержку зажима прав женщин. Кто-то говорит, что талибы сейчас не выпускают женщин на работу, потому что хотят, чтобы они были полностью закрыты. При этом я вот сам ездил по городу, женщины ходят в платке, как и раньше, ну то есть как вот вы ранее. Увидел, значит, по тротуару шел молодой афганский парень, значит, на нем было сомбреро почему-то. Может быть, он перепутал, он подумал, что там кубинские партизаны взяли власть. Но, значит, так или иначе. В общем, ситуация очень такая мозаичная. Пока я бы не делал каких-то долгоиграющих выводов. Но не делать долгоиграющих выводов тоже довольно сложно, потому что надо же в этой атмосфере все время работать, чувствовать, смотреть. Многие опасаются, что Талибан вернется к тому, что их обвиняли американцы. Кстати, сам Талибан когда-нибудь признавал свое соучастие в терактах 11 сентября? У них вообще есть какая-то сформированная и сформулированная позиция как по самому теракту, так и по следующему вторжению на территорию Афганистана? Нет, о такой причастности не заявлялось. Вот о чем я и говорю. То есть они же, насколько я помню, никогда не говорили, что они поддерживают там Бен Ладена. И они же говорили, да, сразу после терактов, а вы нам, ну, хоть какие-то доказательства покажите. Ну, сегодня в городе никаких, не то что празднований там не было в Кабуле, но там не стрельбы в воздух, та, которая была в первый раз, когда подумали, что значит, пал Паншер. Нет, ничего такого не было. Даже то есть ведут себя... Этот день, сегодняшний день прошел буднично, как все остальные. Почему, вот не перестаю задавать этот вопрос, ведь один и тот же человеческий материал. То есть и те люди, которые воюют на стороне талибов, и те афганцы, которые теоретически были в армии, которую снабжали американцы. Почему с такой скоростью пало правительство Гани? Потому что правительство Гани было совершенно непопулярным. Раз. И потому что Гани, как нам рассказывают афганцы, подчеркиваю, всегда ссылаюсь на афганцев, он не доплачивал своей армии. То есть по табелям проходило, что все зарплаты получали, а на самом деле не получали. То есть уровень коррупции при американцах был бесконечный? Ну, конечно, зашкаливающий, конечно. Что привело к полному разложению и морального духа. Но также, как я понимаю, и отношения же были жуткие между американской армией и афганской армией. Ну, отношения были иждивенческие со стороны афганской армии, как и в целом афганского государства. Афганское государство стояло с протянутой рукой и выклянчивало, так сказать, копеечку. Какие выводы надо сделать? Вот сейчас всем тем, кто вокруг, кто смотрит, какие выводы всей этой, ну, по большому счету, феноменальной истории, когда попытка привнести так называемую демократию оказалась привнесением безумной коррупции, траты безумных денег и абсолютно несостоявшемуся политическому проекту. При этом до начала вторжения территория, которую контролировали талибы, была меньше, чем та, которую они контролируют сейчас. До вторжения первого года. Ну, собственно говоря, вы все эти выводы уже сказали. Повторять нет смысла. Страна вошла в новый этап. Фактическая власть сменилась. Этой власти здесь альтернативы нет. Но перед этой властью стоят очень серьезные объективные проблемы.
И говорить о том, что здесь будет все, так сказать, безоблачно, все будет гладко, в том числе в плане отношения населения к новой власти, нельзя, поскольку, как я вам сказал, если социально-экономические неурядицы будут усугубляться, а пока все идет к этому, то это, конечно, будет сложный сценарий. Дмитрий Николаевич, Дмитрий Александрович, а что случилось, простите, Белгороде, а что это за история, что вдруг «Нью-Йорк Таймс» пишет, что уничтоженная якобы машина с террористами, со взрывчаткой, которая привела к гибели 7 детей, на самом деле ошибка Байдена и американских военных, что был уничтожен сотрудник организации, работающей на американцев, который ждал разрешения на то, чтобы вывести свою семью в Соединенные Штаты Америки, и он всего лишь наливал воду и собирался эту воду доставить в качестве гуманитарной помощи. Но меня эти сообщения не удивили, потому что очень много здесь было за 20 лет случайных гражданских жертв. И, собственно говоря, это одна из причин того, что афганский народ, насколько я понимаю, насколько нам говорят сами простые афганцы, не сожалел по поводу ухода американцев. Например, в эти дни в Нангархаре проходит футбольный турнир, что немножко как-то странно, да, значит, талибы и футбольный турнир. Футбольный турнир, посвященный концу оккупации. Неожиданно. Да. Ну, то есть в Кабуле это как бы общее понимание, что действительно погибли невиновные в этой машине. Да, в Кабуле даже вот по поводу того теракта, который был 26 августа, и когда там погибло больше 200 жертв, выступали афганцы по афганскому же телевидению, это были не талибы, они рассказывали о том, что большинство жертв это были афганцы, которые были убиты американцами, чтобы толпа не пошла в аэропорт. Опять же, я не знаю, как на самом деле, но вот афганцы такое говорили. При этом это была громкая история несчастного переводчика, которого Псаки обещала вытащить из Афганистана, который несколько лет назад помог спасательной операции, когда вертолет, которым летел Байден с конгрессменами, был сделать вынужденную посадку. Его судьба так и неизвестна, так Мохаммед, фамилию его я не знаю. То есть так его и не вывезли из Афганистана? По-моему, нет. Веселые ребята, американцы. Прям веселые. Как-то у них все ушло в трещане. Насколько вам легко работать? Насколько отношение к русским, отношение к России? Есть ли взаимопонимание с китайскими коллегами? Чувствуется ли активность Катара, активность Турции? Ну, активность Катара чувствуется в вопросе аэропорта. Катарцы способствуют скорейшему возобновлению деятельности. С китайцами у нас полное взаимопонимание. Мы с китайским послом созваниваемся напрямую, иногда несколько раз в день списываемся по всем вопросам. У нас полное взаимопонимание. Что касается талибов, то все рабочие вопросы мы пока решаем. Я так буду очень осторожен. Пока решаем. То есть пока проблем не возникает. Отношения уважительные? Отношения нормальные. Потому что у них же, как я понимаю, сейчас такая эйфория. Я посмотрел их заявления в самых разных источниках, но они так чувствуют себя очень уверенно. Они чувствуют себя победителями, притом, я бы сказал, историческими победителями. Эйфория прошла. Вот она прошла в тот момент, когда было первое сообщение о том, что провинция Паншар пала, и действительно здесь в городе, и не только в Кабуле, везде началась беспорядочная пальба, талибы праздновали это, и руководство талибское очень, очень жестко дало по рукам, сказало, все, никаких больше празднований. Это первое. И второе, вот их отношение к инаугурации. Нам не до фанфар. Ситуация сложная.
Надо работать. Насколько я знаю, большинство членов сформированного правительства сразу же разъехалось по стране. Поэтому их, собственно, здесь и нет, и никакой инаугурации быть не может. Что они ждут? Чего они ждут от России? Какая помощь, какое взаимодействие им необходимо? Вы знаете, пока никаких особых, каких-то конкретизированных к нам обращений не было, они сейчас занимаются... Ну, просто поймите, в Афганистане кризис, он связан не с талибами, он здесь давно назревал. И, в общем, им сейчас надо, вот, чтобы вот это новое правительство фактическое, оно хоть как-то все это стабилизировало. Поэтому они сейчас смотрят внутрь. Они сейчас занимаются тем, чтобы все это не расползлось, чтобы кризис, которому западники помогли тем, что они заморозили вот эти вот 3/4 бюджета, чтобы он дальше не усугубился, вот это. Я думаю, сейчас они смотрят внутрь. Я просто к тому, что, может, они обратились за гуманитарной помощью, за продовольствием, за там, помощью, чтобы развернуть для них медицинскую помощь. Там. Ведь это то, что МЧС умеет делать великолепно. Они ждут гуманитарную помощь в целом от мирового сообщества. Мы тоже этот вопрос прорабатываем. Когда этот вопрос будет решен, тогда я смогу об этом заявить. Но важно, что они... Ну, как бы в этом вопросе нашу страну видят и с нами общаются. Они в целом видят, они готовы к там, экономическому участию. Они естественно, видят, и они увидели, что наше посольство одно из немногих, практически тут только Китай, Пакистан, Иран, там в усеченном формате, что мы никуда не убежали, а мы смотрели в лицо реальности, они это все видят, и они это оценили. Они это оценили. Пакистан. Ведь Пакистан еще не так давно был чуть ли не ближайшим союзником Америки. Пакистан выдал американцам ряд видных лидеров Аль-Каиды, которые скрывались на их территории. Пакистан – страна с ядерным оружием. Насколько Пакистан... Ведь сейчас говорили, что был высокопоставленный, ну там, глава спецслужбы Пакистана находился в Кабуле. Насколько они влияют и на состав правительства, и на международную повестку? Я думаю, что на персональный состав правительства им сложно влиять. Талибы люди гордые, они одержали победу. Я думаю, что это, видимо, талибское решение, кто будет конкретно на каких постах. Но, естественно, это, в общем, страна, которая имеет очень тесные связи с Афганистаном, огромную границу, очень давнюю историю, поэтому понятно, что роль Пакистана здесь будет одной из очень важных. Дмитрий Александрович, вот как понять нынешнюю жизнь в Афганистане? Человеческая жизнь хоть чего-то стоит? Ведь, по большому счету, вот сейчас бешеный разрыв. Да, ну, за 20 лет выросло поколение людей, которые были рядом с американцами, рядом с этой культурой. Ведь не случайно, вот сейчас смотришь на то, что произошло со стеной американского посольства, это так очень показательно. Вот как выглядела стена американского посольства, там, с Флойдом, со всеми делами, и вот что произошло сейчас, когда все закрасили. Как-то очень это... показательно. Куда вот эти-то люди все делись? Им куда деваться? Бежать, каяться. Говорят, к ним домой приходят, их всех знают, всех выследили. Соседи еще стучать начнут. Вот им-то всем куда деваться? Их же, ну, сотни тысяч. Ну, понимаете, я думаю, что вот можно так говорить политологически, в Афганистане произошла революция, да? И когда строй меняется, то в любом случае технократы нужны. Я думаю, если талибы заинтересованы в скорейшей нормализации
обстановке, они в этом заинтересованы, в том, чтобы все заработало, и экономика, и аэропорт, и все-все-все. То, естественно, они будут заинтересованы в том, чтобы специалисты работали. Насколько я знаю, так и есть. То, что они отсекли от участия в правительстве функционеров бывшей власти, это касается только первого звена, только вот высшей прослойки. Они не собираются третировать тех специалистов, которые имеют соответствующий опыт. Более того, они вот этим вот переводчикам, там, техническим, которые их не трогают, да? Убежали, которые, они им сказали, зачем вы бежите, вы нужны этой стране. Опять же, проблема не в талибах, проблема в нищете Афганистана. Понятно, что в США уровень жизни повыше, чем в современном Афганистане. Видимо, поэтому люди бегут. Ведь и до талибов. Почему до повыше? Талибов потом... Нет. Я вот смотрю, как скромно жил генерал Абдул-Рашид Дустум, что у него во дворце сейчас 150 талибов аж потерялись. Вот мы показываем, как они ходят, смотрят, и у них просто глаза становятся, как плошки. Так что жизнь прекрасная была кое-для кого. Вот, поэтому ведь и до талибов поток беженцев огромный был. По экспертным данным, их там не могли всех пересчитать, в Пакистане и в Иране 5 миллионов беженцев афганских, это до талибов. Поэтому бегут от нищеты. И так сказать, понятно, что даже если вот талибы сейчас все это нормализуют, все нормально будет с безопасностью, они стараются. Например, они сразу же ввели в МВД в своем пост заместителя министра по вопросам борьбы с наркотиками. Это неплохо. Вот. Но понятно, что экономическая реконструкция Афганистана – это настолько сложная задача. Не потому, что здесь все разрушено, а потому что в том числе здесь есть, так сказать, естественные экономические ограничители. Нет воды, например. И как поднимать какие-то инфраструктурные горно-рудные дела – это большой вопрос. Вы оптимист? Вот наблюдая за всем происходящим, вот у вас какое внутреннее ощущение? Наша страна сумеет распорядиться в этот раз предоставляющимися возможностями грамотно выстроить политику и найти с той стороны взаимопонимание? Пока, у нас ведь мы с талибами выстраивали контакты последние 7-8 лет, поэтому мы в новый этап Афганистана вошли подготовленными. Для нас эта власть не стала чужаком. Именно поэтому мы из Кабула, в отличие от западников, не бежали. Раз. Мы оказались верны с оценками, опять же, в отличие от западников, что придут талибы. Другого варианта нет. Поэтому, в общем, пока, насколько я понимаю, мы следуем реальности.